На Алтае осудили преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. Среди обвиняемых четверо мужчин среднего возраста, самому старшему 54 года. Следствием установлено, что подсудимые выращивали коноплю, семена которые заказывали в Голландии. Культивированием занимались в специально оборудованных помещениях на даче одного из членов группы. Далее наркотики фасовали для их последующего сбыта на территории региона. По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в ходе спецоперации задержали участников преступной группы. При обыске полицейские изъяли свыше 100 кустов конопли и расфасованную к сбыту марихуану, а также различные приспособления для изготовления и потребления наркотиков, 3 дорогостоящих автомобиля и денежные средства. Вина всех участников группы доказана. Организатор получил 11 лет лишения свободы, его подельники по 10 лет.